Всем привет! Сегодня будем делать вот такую вот гоночную машинку. Ее можно сделать в виде браслета на руку. Можно сделать по бокам двойные пинчи, можно одинарные. Мне понравилось двойные. Нам понадобится три ШДМ-ки 260-х. Одна на кузов, вторая на стекло и третья на колеса. План у нас следующий. Начинаем с порога, два пинча, днище, еще два пинча, крыша, капот, второй порог, задняя часть нижняя, пинчик, задняя нижняя часть, второй пинчик и спойлер. Итак, приступим. Растянем ШДМ-ку. Надуваем до конца. Спускаем, оставляя 8 пальцев, а если точнее, то 65 сантиметров. Обжимаем. Значит, это будет порог. Будем все размеры я как бы запомнил. 6 сантиметров порог. Мягкий пузырек маленький, пинч, еще один такой же пинч, днище 10 сантиметров, маленький пузырек, пинч, еще один. Крыша 12 сантиметров. Соединяем. Здесь. То есть она получается в виде арки. Чуть-чуть больше, чем днище. Капот 15 сантиметров. Соединяем пинчами, оборачиваем вокруг них. Второй порог такой же на 6 пинчик. Сзади на 6 сантиметров задняя нижняя часть, второй пинчик, соединяем все наш каркас и остался спойлер. Выпустим лишний воздух. Достаточно 10 сантиметров. Теперь надуем колеса. Немножечко, пару качков. Сразу сделаем стекло. Лобовое.
сразу привязать. Обматываем вокруг передних пинчиков. Вставляем лобовое стекло. Обматываем вокруг вторых пинчиков. Если мы делаем браслет, то приматываем оставшуюся шубенку. Значит, теперь вот тут мы ставим. Теперь колеса делаем мягкий пузырек, скручиваем где-то на 6 сантиметров, скручиваем пинч, оборачиваем оставшуюся шубенку вокруг пинчиков маленьких, выгоняем воздух. Пропускаем шубенку здесь, оборачиваем вокруг вторых пинчиков, обжимаем, делаем такой же мягкий пузырек, скручиваем его в пинчик. Пинч такой мощный. И оборачиваем вокруг пинчиков остаток ШДМ-ки, чтобы он не распутался, и отрежем. Отрежем и сразу завяжем. Это будут задние колеса. Переднюю мы сделали. Обматываем вокруг заднего пинчика. Делаем мягкий пузырек. Скручиваем в пинч. Остаток оборачиваем вокруг пинчика. Убираем воздух, выгоняем, пропускаем эту шпенку здесь, оборачиваем вокруг второго пинчика, делаем мягкий пузырек, 6 сантиметров, скручиваем его в пинч. И оборачиваем остаток вокруг пинча. Отрезаем остаток. Пинчик еще можно подмотать для надежности. Отправляем то, что можно поправить.
приклеиваем глазки. И рисуем ротик. Так, ну все. Вот что у нас получилось. Спасибо всем за внимание и до свидания.